Сегодня 10 декабря. Ход совет назначили на 20 число, а это значит, что у нас есть 10 дней, чтобы подготовить проект к защите. Будем готовиться. Примерно вот так вот. Нам нужна смета. Большинство утвержденных локаций. Утвержденные главные герои. Как-то так. Вылетаю из Москвы, чтобы смотреть локации. Опаздываю, потеряла свой шарфик. В общем-то, все ради кино. Скажите, пожалуйста, вот мы только начали работу, нам уже успел кто-нибудь отказать? Да. У нас много вариантов еще? 3. Каковы наши шансы? 50/50, либо нет. И вот мы снова в прекрасную погоду, где-то в области, идем в университет. Мы, правда, вообще не знаем, как там выглядит все внутри, но мы надеемся, что именно так, как нам нужно. И что за время, пока мы готовимся к съемкам, Пушкин перенесут ближе к Петербургу. Спасибо. Локации для факультета биологии. Мы увидели вчера что? Разделывание волка. Как тебе? Мне очень понравилось, особенно когда из него блестки вытаскивали. Почему ты пошла смотреть на блестки? Потому что мы не могли ударить в грязь лицом и показать, что мы все-таки сильные барышни. Этот запах еще очень долго стоял в носу до утра сегодня. Мы снова на этой микроофисной кухне. Что сейчас происходит? Мы ждем ответа от человека. Мы не можем его раскрыть. Конфиденциально. Конфиденциально. Извините. И кажется, у нас есть факультет биологии, но это только одна локация из 9, которые нам нужно утвердить.